Если требуется еще добавить какую-либо подкатегорию, то мы можем сделать следующее. Вот идете, вот когда вы попали продукты, продукты и категории, нажимаем, здесь выбираем нужную категорию, допустим, ту же одежду, и здесь снова нажать добавить категорию. Вот, смотрите, родительская категория уже не root, а одежда. То есть, если мы сюда добавим, допустим, футболки, так, выберем логотип этой футболки. Какой бы логотип выбрать? Ну, в общем, это не важно, давайте вот эту. Там, все равно, короче. Здесь напишем футболки. Можно ничего не писать. И все здесь аналогично тому, что вы настраивали просто категорию. И нажимаем сохранить. Сохранить. Так, вот видите, теперь появилась, значит, одежда и в ней подкатегория футболки. Данную футболку след анимации можно тоже, к примеру, переместить. Ну, переместить ее в футболки. Делается это следующим образом. Заходим, здесь вот категория, выбрать, видите, выбрана одежда, а мы можем выбрать одежда футболки. Все, вот видите, одежда футболки. И все, нажимаем сохранить. И этот продукт перемещен уже, соответственно, в футболки. Вот. Чтобы главную категорию не захламлять. Либо там в главную категорию выставлять определенные товары, которые пользуются повышенным спросом, или вы хотите их больше всего продать, чтобы обратили внимание на них, то вы можете добавить вот, ну, соответственно, в верхнюю категорию. Так, и соответственно, как это выглядит в нашем магазине, в нашей витрине. Значит, вот идем одежда, и тут появилась категория, подкатегория футболки. Вот она, подкатегория футболки. И здесь, соответственно, тоже, если мы сюда заходим, мы видим картинку, вот ту, которую я добавил, и этот товар, который здесь находится. То есть, если будет их больше, соответственно, будет в списке их намного больше.